Всем доброго времени суток, с вами канал Art Mania. И у нас сегодня видеообзор на вот такую вот шоколадку Милка Тук. И должна быть она вот с такими вот печеньками и сверху, и снизу. Так она выглядит. Так, здесь 87 грамм, даже не 90, а уже 87. Давайте состав посмотрим. Давайте ее откроем и посмотрим, что же у нас там внутри. Батюшки. Ух ты. Ух ты. Вот это да. Она сломалась. И за счет того, что она сломалась, конечно же, половина печенек просто вылетела. Блин, ну честно, я бы никогда не подумала, что они могут вылететь. Я думала, они настолько хорошо там прижаты. Там лежат хорошо. А получается, они даже вот, ну, совсем вот, видно, вот совсем чуть-чуть. Не зря все-таки она была сломанная. И здесь тоже. Видно, что шоколадка была сделана, и потом отдельно положили ляпу и приляпали уже эту печеньку. Хотя, наверное, по-другому и не сделаешь. Не, ну они могли сделать шоколадку и сразу положить печеньку. В конце концов. Печенька с дырками. Почему она там не удержалась, непонятно. Так. Сама упаковка. Ха-ха-ха-ха. Так, ну давайте посмотрим. Так, тут у нас это не та плиточка. Нам надо посмотреть и сверху и снизу, сколько же у нас. Опа. Опа. Вот. Ну, конечно, она немножко потолще. Здесь она как-то более приплюснутая шоколадка. Здесь она, ну, как бы здесь она приплюснутая, а вот здесь она более маленькая. И, конечно, хотя одинаково. Наверное. Давайте я попробую ее. Да, печенье просто пресное, обычное печенье. Оно хрустящее. Но почему-то, когда покупала эту шоколадку, мне казалось, что печенье будет соленое. Мне было интересно, как же это так будет. Сладкий шоколад и соленое печенье. Именно вот этот вот какой-то необыкновенный вкус мне хотелось почувствовать. А тут просто получается шоколад с печеньем. Там много шоколада, да, там, хотя, не знаю, может быть, если сравнить пропорции, то, наверное, как раз получится одинаково, как две печеньки и столько же, наверное, шоколада примерно, может быть. Хотя, нет, шоколад, наверное, побольше все-таки. То есть, ну, просто шоколад с печеньем, да, вкусно, как бы необычно, хрустящее. А шоколад, как обыкновенный, сладенький такой, как у них, так, у Милка. Обычно бывает приторный немножко шоколад. Ой, ну да, шоколад. Проще, ну, все равно, что, знаете, взять шоколад, печенье и сверху намазать его шоколадом и съесть. То есть, ну, смысл переплачивать деньги. То же самое абсолютно. Ну, единственное, если вы будете, конечно, еще шоколад. Хотя, нет, даже можно не топить шоколад. Можно, да, плитку печенья, ой, плитку шоколада и откусывайте печенье. Вот то же самое у вас во рту получится. Ну, здесь, конечно, красиво. Абсолютно ничего особенного. Ощущение, что это печенье они просто делали сами.
Потому что почему-то мне казалось, тук, по-моему, это как раз печенье соленое, которое очень-очень вкусное, и все его так стараются купить. Я пробовала его один раз, очень-очень давно. Мне оно очень понравилось. Почему-то мне вот казалось, что это оно. Но, видимо, это просто чисто вот здесь пишут, что это печенье якобы тук, а на самом деле они его пекут сами из самого пресного теста. Печенье даже не соленое. Самое-самое обыкновенное, но хрустящее. То есть, ну, так вот. Давайте попробуем еще. Может, я что-нибудь распробую. А то обычно, знаете, как бывает. На обзоре там пробуешь, пробуешь. Потом обзор заканчиваешь, начинаешь все это подъедать, доедать. И тут выясняется, что еще куча вкусов есть. Нет, ничего особенного, абсолютно. Можно даже честно не тратить деньги, не покупать. Проще купить шоколад и обычное печенье во рту все это вместе переживать. Нет смысла переплачивать. А напишите в комментариях, как считаете вы, понравился вам такой шоколад или нет. И я знаю, что есть еще второй шоколад. Только здесь тук написано, а там что-то другое. Вот. Не знаю, ну тоже какая-то, видимо, печенька другая. Мне кажется, там тоже ничего особенного нет. Ну, посмотрим. Может быть, я сделаю обзор, может быть, не сделаю. А если хотите, чтобы сделала, то давайте наберем 20 лайков. Именно вот 20 пальчиков вверх, 20 лайков. И тогда я сделаю обзор на ту другую. По-моему, там то ли нул написано, то ли еще что-то. Я сейчас вот конкретно не помню. Я помню, что там красненькое. Также в квадратике. Вот. На сегодня это все. С вами был канал ArtMania. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии обязательно. Обязательно 20 лайков, 20-20. Пишите свой отзыв, как вам эта шоколадка. Также обязательно подписывайтесь. Мне будет очень приятно, если вы подпишетесь. И также смотрите другие ролики, другие обзоры. Там очень много обзоров на шоколадки Milk, Alpengold, на разные другие шоколадки. И еще будет очень-очень много обзоров. Также не только шоколадки, но другие продукты. Продукты из Фикс Прайса, Победы, Светофора. А также вы можете в комментариях написать, на какой продукт вы бы хотели увидеть обзор. Я обязательно подумаю, если я найду в своем городе его, куплю и сделаю. Мне будет очень приятно, если вы напишите комментарий, именно какой продукт вы бы хотели увидеть на моем канале обзор. Также на моем канале есть влоги, как мы с сыночком живем, развиваемся, как мы путешествуем, обзоры на технику, обзоры на товары с Фикс Прайса и там много-много-много всего. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. 20 лайков мы с вами набираем. И я сделаю обзор на такую же другую шоколадку. И всем пока-пока. С вами был канал ArtMania.